you Друзья, всем привет! В этом выпуске мы поговорили с Сашей Багно о том, как вообще он, чем он занимается, как он ведет свой бизнес, как он вообще пришел к нему, какие у него были сложности на пути, что у него получалось, что не получалось. И мне нравится то, что он делает. Я слежу за его соцсетью, он занимается видеостоками, и он занимается им очень давно. И то, что он э, делает в своем блоге, это очень классно, на мой взгляд. Меня лично это мотивирует. Поэтому я его позвал, чтобы он помог как-то на своем примере, своей истории рассказать и помочь, возможно, изменить чем-то вашу жизнь. Может быть, вы посмотрите и послушаете, и захотите тоже что-то поменять и что-то сделать к лучшему. Ну, а вообще, мы просто классно поговорили об интересных вещах. Приятного вам прослушивания и просмотра. Да, и еще, так как это первый подкаст в онлайн-режиме, как говорится, первый блин комом, то, к сожалению, весь выпуск моя камера была в фокусе не на мне, а вот на вот этой вот а, штуке. Так что сильно на это не ругайтесь, но в следующий раз будет намного лучше. Я так. переживаю только лишь за звук, потому что у меня. То есть у меня один источник записи звука. И ага. если вдруг что не Ну да, так, тогда я лучше... лучше я запишу. Вот, так, тогда да, лучше нет. я запишу, чтобы, да. а, чтобы он был. Так, ну начнем, да? Че? Ну, ну, угу. Я не знаю сейчас, 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 подожди, я не знаю. Я первый раз участвую в подкасте. Правда, что ли? А uh, я третий и свой вот второй такой вот у меня. Ну, короче, на самом деле ты не сильно не парься, тут я... Раз, два. Я парюсь, знаешь, я больше парюсь не за то, что буду говорить, а, что получилось все хорошо и качественно. <laughs> раз, два, три, вот я звук слежу. Ну, короче, первый такой, я в, в таком формате первый раз пишу, поэтому в любом случае, если какие-то вещи будут, то я думаю, ну, ну, переживут люди, если что. Маленький такой отступление. Да, Первый да. подкаст, который я записывал, он лежит в этом в Ютубе с Кабановым Димой про, про киношную вот эту всю картинку историю. Мы его записали. Угу. И звук вообще не было. И я такой, о, -о, -о! я Диме звоню, говорю, Дима, давай еще раз. Он приезжает еще раз записывать, и все равно косяк был по звуку, но уж я третий раз не стал. Ребята, всем привет, меня зовут Леонид Смит, сегодня снова новый выпуск подкаста, он все по-прежнему без названия, если я придумаю, то я обязательно его напишу. Сегодня у меня в гостях Александр, Саша, Багно, правильно, да? Да, да, да. Я с ним лично не знаком. Я знаком с ним по, по переписке да, по инстаграму. Когда-то давно я увидел ну, то ли реклама была, то ли что-то еще было по поводу того, что ты занимаешься стоками, и на самом деле я не думал, что я когда-то там буду ими заниматься, но «Ну, ты так классно это все преподносил в Инстаграме, что я прям такой думаю, блин, круто подписался, купил у тебя курс, -туда, да, он еще был по скидке, я все по скидке покупаю. Шучу. Вот. И, короче, я с тех пор за тобой слежу, и мне дико нравится, как ты а, людей мотивируешь. А, вот я каждое утро, когда вот листаю сторис, у меня ты появляешься, я жду. Так. Я не в том плане, что, знаешь, я там считаю какие-то там продажи, а, я а, твои, сколько ты там за день там продал, но я просто смотрю, и мне, блин, так думаю, да ел моё когда же я-то уже начну нормально выкладывать видео в стоке, чтобы что-то было. Ну вот, я слишком затянулся с вступлением. А, в общем, это Саша. И такой вопрос. Вопросы будут разные. Вопросы будут разные, и первый вопрос такой, ну, вот первого моего спикера поставил немножко, он так удивился, я говорю, как ты себя вот вообще позиционируешь как вот можешь себя представить вот как чтобы я чтобы ты вот сам представился вот кем ты себя считаешь меня зовут александр багно и я занимаюсь видео в разных форматах на самом деле я тоже недавно ну в течение наверное года я себе задаю часто вопросы, типа кто и чем я занимаюсь я наверное человек который живет видео но в разных в разном формате в том плане что и в кадре и за кадром и за камерой и как режиссер то есть мне нравятся все все профессии связанные с видео и каждый раз каждый год наверное я вот участвую в различных в специальностях этой профессии, потому что мне по кайфу. Мне нравится посмотреть, а как режиссировать, а как снимать на камеру, а как написать сценарий, а как вести блог, опять же, снимая себя, а как иметь студию, в конце концов, с хромакеем. Ну, то есть, здесь вариантов много. Поэтому, да, я человек, который для которого видео это, можно сказать, главное в жизни, а, но при этом не зацикливаясь на какой-то одной специализации. Ты давно занимаешься этим? Вообще, сколько тебе лет, и, если это не секрет? Не секрет. Я, наверное, старый, но я себя таким не ощущаю. Мне 38 исполнилось в декабре. И видео я занимаюсь... Ну, если я в университет уже поступал с учетом того, что я поступал на режиссуру, то mm. уже с 17 лет это, наверное, вообще полностью осознанно. Ну, еще до этого года, наверное, 3-4 так в это потихоньку ну, короче, входил. большую часть жизни ты занимаешься да. видеопроизводством. Да, ну, скажем так, да? да — Больше да, 20 лет. — да. а, Так, все мои вопросики не пошли. Я ж тебя не знал. Совсем вопрос сейчас все вычеркиваю. Который... Нет, а что, давай поговорим любые, я вообще за Это я, я шучу Но я как бы просто думал, что, точнее, не думал, я хотел узнать, вот как бы, почему ты решил, собственно говоря, заняться, ну, увлекался видео Может быть, там у тебя, не знаю, там, ну, я знаю, я знаю одну вещь Я, опять же, слежу за в Инстаграме и знаю, что у тебя кто-то из родителей если не ошибаюсь, папа, да, занимался видео, и я помню, там ты пленки цифровал, там всю вот эту вот тему. То есть тебе это на боро... как наследство, наоборот, мама, да? Мама, да, мама mm. в большей степени занималась этим. Ну, скажем, она снимала уже на кинокамеру еще до замужества с отцом, соответственно, ну, все эти кадры ее рук дело. Плюс она и сейчас тоже уже сама в кино снимается, как актриса. А отец, наверное, тоже этим увлекался с точки зрения, наверное, уже производство потому что у нас видеомагнитофон появился э, достаточно рано и видеокамера первая появилась и хандикам, и вот эти панасоники типа вхс э, бытовые но выглядящие как профессиональные вот все это было в нашей семье поэтому как бы избегать этого было невозможно, я смотр... были записи клипов, естественно, на ВХС-ках с канала Вива, с MTV зарубежных. В общем, все это я смотрел, поглощал и фантазировал себе, что когда-то я тоже в это приду. Ну и уже в школьные годы стал снимать свои какие-то первые работы и... и анимацию даже делать. Ну то есть все, все в этой сфере. Поэтому да, наверное, все пошло из детства, и университет выбрал соответствующий. Ну, а вообще как ты относишься к высшему образованию? Ты считаешь оно нужно? Или вот сейчас в наше время можно там, не знаю, какие-то курсы пройти? И, в принципе, даже получить без курсов, ну, как, -то, как бы на практике получить какие-то знания, и этого достаточно? Или обязательно нужно иметь какое-то высшее образование, чтобы как-то там, не знаю, существовать в жизни, там заработать, зарабатывать? Я уверен, что нужно в высшее образование, но немножко в другой стезе. То есть, взять мой пример. Для меня университет он, конечно, дал много знаний и много базовых знаний, классику, но э, я всегда стремился к ну каким-то современным штукам и э, часто у нас приходили преподаватели, которые не числились за университетом, а были приходящие, то есть они были с опытом и с, э, с тем, что то есть они снимали клипы, они снимали mm -hmm. рекламу э, в нынешний момент, соответственно, было у них чему научиться с точки зрения современного подхода, но университет давал непосредственно знакомство, тусовку Создание каких-то сообществ Плюс у меня в университете был, Было телевидение, молодежный телеканал Собственно оттуда тоже еще ноги растут в, в плане появления в кадре И вот это самое главное Умение общаться, умение создавать команды Знакомства, потому что взять Даже больших каких-то людей бизнесменов или людей, достигших каких-то успехов, многие говорят, ну, конечно, у них там знакомство, ну, конечно, у них там связи. Так эти связи, они возникают, по сути, в университете. То есть в университете складывается вот эта команда, у каждого значащего человека есть эти связи, связанные с людьми, однокурсниками или друзьями в университете. И, соответственно, у тебя будут другие люди, которые угу. тоже вырастут, помогут тебе. Плюс университет сам давал, ну, так как я учился в профсоюзах, это достаточно современный университет с точки зрения подхода к обучению, то есть у меня была возможность съездить и в Америку на обмен опытом, и телеканала, как я уже сказал, был, то есть была база и возможности для того, чтобы себя проявлять. Но человек, который не заинтересован в обучении, у нас были такие ребята, которые, ну я я не знаю, для чего они пришли на эту специальность. То есть они, конечно, были молодцы по философии, были молодцы там по, не знаю, по истории, по литературе, но по профессии непонятно, что они там делали, потому что, ну, они ушли после университета в другие какие-то сферы. Но сам, как говорю, как база, как навык общения, как способ познакомиться и создать команду, и ЛКС тоже неспроста. Можно сказать, это связи с, с университетских времен, а конкретно Андрей Бирюков. И а, все это дает университет. Курсы пройти можно, но курсы, они скорее позволяют тебе просто углубиться в какую-то конкретную специальность, какую-то определенную область, где ты можешь просто стать более профессиональным, потому что университет, наверное, тебе не даст абсолютно всех знаний, особенно если ты этого не хочешь, если ты сам к этому не стремишься. Но я считаю, что университет обязательно должен быть. Наверное, да, просто ты как бы, знаешь, просто видишь, у тебя ситуация, то, что ты пошел по тому, наверное, то, что тебе было интересно, и, собственно говоря, ты этим занимаешься, тебе это дело нравится, да? а mm -hmm. большинство людей 18 лет я обсужу по себе и вот ну много людей с кем я знаком друзья знакомые там да по, по работе с кем-то пересекаюсь и большинство Такая проблема, что вот у нас вот, вот эта советская наша тема осталась, да, в родителях, которые нас заставляли говорить типа так, сейчас, значит, школа заканчивается, ты, значит, идешь учиться, потом, значит, там отучился, там работать куда-нибудь на завод, там, в какую-то фирму, потом, там, значит, на предприятии там доработаешь там до, до каких-то лет. То есть, и вот, вот в моем поколении, да, я помоложе mm -hmm. чуть-чуть мне 30 будет. Вот. И... Ну, да. чуть-чуть, да. Наш, да, это все равно наше поколение, да. да. И как бы вот у меня это, я вот помню, что вот мне говорили, надо в институте обязательно там пары не пропускай, ходи. А мне в 17 лет, ну, там, да, был такой, ну, 18 лет, вообще было, то есть, ну, пофигу на вот это вот, мне оно не нужно было, мне там не хотелось этого ничего, мне хотелось заниматься чем-то вот, ну, творчеством там, а я пошел в технический вуз. И вот мне кажется, люди, которые идут вот молодые люди, которые вот ä, заканчивали в то, ну, точнее, заканчивают школу, у них вообще в голове не, ну, не у всех, понятно, да, есть, не будем обобщать, да, есть те, которые так, да, я все пойду там, у меня были такие одноклассники, которые пойдут там на физмат, там еще куда-то, потом они отучились, отработали, и сейчас смотрю там кто-то там становится, переходит в, в другую там сферу, отучился. И мне кажется, вот эта тема, что нас заставляют делать то, чего мы не хотим, вот я сейчас, знаешь, в Евро живу в Европе, да, и вижу как ну как бы когда начал путешествовать начал общаться с разными людьми и э, стал видеть что э... Тут люди там до 30 лет вообще, в принципе, ничего особо делать не хотят. Они там что-то гуляют, тусуются, угу. живут потом. Потому что я по себе осознал, что мне только в 30 лет а, что-то вообще в голове стало какие-то умные мысли приходить. Потому, потому что ну, я в 20 я думал, что я супер умный, и я все знаю. Но потом, когда мне стало 30, thought, вообще, я думаю: угу. е вообще, что я вообще 10 лет пролетело, я такой думаю, что я вообще делал? И мне кажется, что, вот, как раз, ну, это, опять же, моя такая вот ä, мысль, что. Вот люди, которые заканчивают школу, им вообще ничего нельзя решать, и, а, точнее, нельзя, нельзя их заставлять ничего делать, то есть надо им как-то дать свободу, чтобы они погуляли там, не знаю, поразвлекались, но опять же в разумных пределах, то есть там непонятно, что там какие-то, не знаю, тусовки и все такое, но как-то спокойно пожить, а уже потом там, не знаю, какому-то осознанному возрасту, когда они уже сами поймут, так, пора бы чем-то заняться. Ну, понятно, что это не у всех кто-то там и в 40 сидит, и в 50 и думает, так, что бы хорошо То есть немножко про другое, потому что, то есть, если вопрос стоит о том, что нужно ли обучение в университете, в принципе, или нет, то я считаю, что нужно. Но я не имею в виду, что а, человек должен сразу определиться угу. с тем университетом и направлением, к да, которому да, да, пошел. Да. Я наверное, я наверное погорячился, сказав, что там люди, которые пришли на мою профессию, которые в истории, философии, ну типа, то есть я не имею в виду, что они ни о чем, они крутые ребята, просто что они, многие из них тянули прям до четвертого, до, до пятого курса, и а, мне немножко было странно понимать, ну для чего они прошли. То есть понятно, для чего я пришел. А почему они пришли туда и столько учились, непонятно. Но это их дело, я же говорю, я ни в коем случае не осуждаю. Я лишь хочу сказать, что отменять университеты, несмотря на то, что онлайн-образование развивается и прочее, мне кажется, не стоит, потому что в университете главное общение и вот эта социализация, чтобы не было потом загонов, что я одиночка во всем мире. Ну вот далее. я лично по себе ощутил, что вот я ну, тоже опять же общаюсь с кем-то вот кто тоже там моего поколения чуть моложе, говорят, типа сейчас не нужно, все там онлайн прошел курсы. По факту раньше, ну как бы, да и сейчас тоже типа нужно обязательно, чтобы была у тебя корочка. Без нее ты там даже уборщица, уборщиком никуда не устроишься, то есть тебе везде нужно высшее образование. Но по факту сейчас все мы понимаем, что высшее образование, оно вообще, ну мало там знаний каких-то есть. То есть, ну опять же, не везде. Все зависит конкретно там от места человека, но большинство э, нету никаких вообще, то есть навыков. Я вот отучился и вообще инженер пожарной безопасности. Я там мы учили там всякие эти гидранты, пожарные машины, там сколько объем у них литров, там эти. И вот на самом деле я когда потом еще работал в организации, я, ну, я немножко по другой специальности, но все равно было связано вот с этим совсем. Я вообще не понимал, зачем мне это все нужно? А еще, когда мне там начинали какую-то там философию, там, я думаю, зачем мне пожарному инженеру философия, какая-то там история. И я такой, ну ладно, в школе там, да. То есть, неужели нельзя какую-то было прям конкретно, мне 5 лет натаскивать меня на то, чем я буду заниматься? Да, я понимаю, что для общего развития, ну, как бы нужно там знать вообще там как в мир устроен там все вот конкретно типа знаешь за пять лет там три года первых вот, это общеобразовательная какая-то там система mm -hmm. честно вот сейчас я на это смотрю и думаю вот ну наверное Выришь образование, мне дало понимание, как устроен именно мир, как устроены люди, что там ты с кем-то договариваешься, там что-то там решаешь, вот эти вот вещи они очень, конечно, круто помогли, потому что ну, ты такой немножко взрослеешь, что ли. Потому что в онлайне вряд ли, наверное, ты научишься, там договариваться. Ну, понятно, научиться научишься договариваться, но это будет другая тема. Но вот именно вживую, там, какие-то вопросы, там что-то решить, наверное, без этого никак. А попадешь ты потом на «Кто хочет стать миллионером?» Мы вот вспомнишь про гидрант и про все. Да, есть такой вопрос будет, да. Вряд ли вспомнишь. Это пригодится. Ну, а я знаю, что у тебя было вообще, опять же, если вы знакомы с Сашей, смотрите за его инстаграмом, я постоянно слежу, повторяю об этом несколько раз, потому что, опять же говорю, он очень сильно меня лично мотивирует, хотя бы я пока мало что делаю, но как бы я, но когда я вижу сторис, я такой думаю, блин, да надо, поднимись уже, давай, делай, но как всегда времени не хватает, и а, Чего-то все, все не получается. Время всегда себе. есть. Я, я тебе сейчас буду монтировать. Время всегда <с есть. Всегда есть время. Всегда нету этого, скажем так. Как сказать? Приоритета. Ну, ну да, да. Ты, я, я короче понял вот недавно с женой разговаривали, что я понял, что я не умею распределять правильно время. То есть у меня вроде было много, но я короче хватаюсь за все, подряд, хочется все успеть и в итоге, как всегда, ничего не успеваешь. Вот. И глядя на тебя, вот видел недавно, буквально у тебя там было позавчера, ты рассказывал про бизнес там на масках, что ты там вот эти, когда еще даже не было этих всех mm -hmm. вот этих сумасшествий в мире, вот и что там была у тебя студия, которая, потом я тоже помню историю, когда там у тебя, ты снял студию, а там какие-то тан танцоры Школа были. Школа танцев, был. да, <laughs> да, да. А, сейчас у тебя а, что есть, вот, ну, как бы расскажи про свой проект, там, может быть, студию у тебя, что-то еще, вот, какое-то есть у тебя, Ч вот, ну, какое-то направление? Есть. А, на самом деле, если я себя пытаюсь каждый год просто немножко ободрить, потому что я живу в Питере, а Питер... Очень депрессивный город тут, <смех> <смех> людей на куски нарезают, но а, и, ну, как бы тяжело, и погодные условия, и, в принципе, такое вяло текущее состояние вечно, что, вот я все время прикалываюсь, что Питер характеризуется тем, что, а давай завтра, вот ты что-то запланировал, и вот сегодня это, чтобы что-то случилось сегодня, это большая редкость, либо завтра, а в лучшем случае, Ой, в лучшем случае через неделю. Слушаю. Они да. ну, тоже Ну, видите, там, маньяна, у вас, может, на позитиве. У вас там может на позитиве под солнышком, а здесь еще это все прикладывается снегом и чачей и всей этой фигней. Вот, и поэтому, как только я понимаю, что я угасаю, я на себе придумываю какое-то обязательно занятие. Там та же самая студия. Я брал ее не ради прям бизнеса, ну построить бизнес на студии. Я уже понимал, что это не, не деньги. И ну и плюс огромная трата времени. Я брал для того, чтобы себя взбодрить и исполнить свою там мечту какую-то, что когда-то у меня будет студия. Все, то есть мне предложили, мне сразу сказали, что ее снесут, скорее всего через mm -hmm. год. Я это понимал, причем было по ощущениям предыдущий владелец студии это кинодед по сути тот mm -hmm. который э, у меня появляется в под, в этих в в Ютубе и в Инстаграме. Mm -hmm. И он мне так мы, мы тогда с ним не были знакомы, то есть я пришел, и видно было по нему, что он как бы мне ее продает с опаской такой, что типа, ну ты же понимаешь, то есть я как бы хочу тебе ее продать, но ты понимаешь, ты отдаешь себе отчет, что ее снесут. Я говорю, да-да-да, я ее беру не для бизнеса, я беру просто вот поиграться, что называется, mm -hmm. в свою мечту. Я поигрался, наигрался, и в минус не ушел, она как бы... Либо в ноль, либо в небольшой плюс, но оно опять же дало гораздо больше, оно дало знакомство, но э, там, не знаю, ну не то чтобы узнаваемость среди тусовки э, киношников, и, ну и плюс там всяческие другие дополнительные бонусы, и, естественно, я не жалею об этом. Ну, снесли, все, отлично. Для меня как раз год поигрался, больше не надо, иначе бы я в этой студии, наверное, и умер бы, потому что времени отнимало нереально много, то есть я Инстаграм даже забросил. Соответственно, познакомившись, вот, кстати, в студии, с Женей Вакином, мы соединились в его пространстве, у него был коворкинг, и... Я увидел в Жене себя в том плане, что он точно так же взял каворкинг, можно сказать, осуществить свою мечту, но он колорист. И ему было сложно и тем, и тем заниматься. Мы соединились, плюс там еще много, много ребят в команде было, Влад, и решили, что все, давайте теперь менять немножко структуру и... Будем искать какое-то место, которое не будет зациклено на вот другом бизнесе в виде студии или коворкинга. И по случайному абсолютно стечению обстоятельств появилось другое пространство в другой части города, где была, опять же, и студия, и офисная часть. А во время студии в той мы познакомились с человеком, который занимается трансляциями. Угу. И хорошо сработались. И уехав с той студии, мы как бы разъединились. И найдя новое место, мы поняли, что вот это тот момент, когда мы можем все вместе снова воссоединиться. Только мы уже не будем, ни, ни я, ни Женя, заниматься а, самой студией и организацией процесса, а будем заниматься своим делом. И у нас за стенкой будет человек, который будет заниматься трансляциями. И мы ему полезны, и он нам полезен. То есть все вин вин все выигрывают, и в этом, собственно, кайф. И уже... Практически год мы здесь находимся, и я веду свой подкаст, uh -huh. свою съемку именно из этой студии, и кайфую. Но буквально месяц назад я понял, что снова начинаю угасать, потому что я как бы... Ну, в тепле, все хорошо, вроде здесь и, и ресурсы есть, и возможности, но надо себя как-то бодрить. Возникло несколько идей, которые я еще не знаю, буду ли я их осуществлять, они пока такие в зачатке, но они достаточно интересные и если удастся, то это будет весело. То есть сейчас я снова ищу себе какой-то пинок под зад, чтобы начать действовать. Ну, если ты ищешь, то я вообще не знаю, да что, что делать нам всем, потому что я говорю, опять же, глядя на тебя, просто постоянно типа что-то делаешь, вот вообще откуда у тебя, блин, столько сил, времени, чем ты, откуда ты берешь допинг, что ты? Не буду, употреблять слова. Я пью энергию. Ага. Да, слушай. На самом деле, я просто не перестаю, как сказать, учиться, не, не подавляю желание в себе учиться и что-то пробовать. Потому что, когда ты пробуешь, соответственно, что-то получается либо получается, либо точно так же не получается, ты это исправляешь и совершенствуешь. А если взять те же самые истоки, вот, наверное, опять же, в начале этого года. Когда вот по шумодавам вся эта тема началась, я понял, что все. То есть вот в этот момент я э, научился работать полностью с видео так, что для меня там не важна камера. И это и стало моментом, когда типа, ну лично для меня, я типа uh -huh. я выучился. Черт, я теперь знаю об этом. Что дальше? Что к чему дальше стремиться? Что изучать? Боже мой, надо как-то себе что-то какие-то э, интересы новые завести. Э, вот я сейчас, наверное, ударюсь в блогинг полностью, потому что мне эта тема очень интересна. Блогинг не только как ведение, а как весь цикл начинает, от продюсирования себя и других, и э, не знаю, и продажи, и Построение сценариев и построение сторис, Рилсов, ТикТок тот же самый, меня жутко интересен. YouTube мне еще до сих пор не а, окучен, так как, как мне хотелось бы mm -hmm. завести. Плюс понять, а смогу ли я, то есть, помимо там, развития себя, могу ли я с кем-то сделать то же самое, то есть, ну не знаю, либо mm -hmm. раскрутить, либо как-то понять, что он может. Мне вот это продюсирование, наверное, да. Скорее, я сейчас пытаюсь уйти в продюсирование. Вот эта тема мне интересна. Откуда беру? Как я уже сказал, любовь к учебе, и плюс ко всему: у меня есть ребенок, у тебя, наверное, угу. тоже есть ребенок, да, да? да. И он не дает мне, что называется расслабиться, потому что, ну, а как иначе? Да, да. Примерно вот такие у меня ценности. А, смотри, ты когда начал а, вот этим, ну, скажем так, а... В бизнес ушел, да, я потому что э, из-за того, что опять же, вот отучился в институте, у меня вообще не было э, представления. Как заниматься чем-то своим, как заниматься бизнесом, потому что вот когда я ушел во фриланс, это, ну, как бы бизнес: то есть, тебе нужно самому искать заказы, нужно э, работать с клиентом. Вот у меня в семье не было таких, прям вот именно бизнесменов, на кого бы я мог посмотреть, знаешь, такой типа, да, у меня в семье, как бы, все работали где-то там, да, плюс-минус, там какие-то там занимали, может быть, должности, там кто-то где-то выше, ниже. Я поэтому, ну, как бы, не видел. Э, Примера такого, чтобы самому что-то сделать. Пока сам в определенный возраст, там в 20, сколько мне уже было, 5-6 лет, я уже не помню, я бросил, скажем так, офисную работу и начал в это все вникать. Мне первые там, пару лет, я очень долго, да даже до сих пор, я не могу привыкнуть к этой работе, ну, как сказать, так? к фрилансу, к тому, что ты сам себе э, предоставлен. То есть, вот, знаешь, у меня из-за того, что я еще не могу свое время э, распределить правильно, да, когда ты приходишь на работу, да, у тебя там с 8 до 5 ты работаешь, у тебя есть там определенная какая-то работа, тебе там платят за, за нее там, плю, смотря где работаешь, может, ты ничего не сделал, тебе с заплатит заплатят зарплату, и как бы ты, собственно говоря, все хорошо, работаешь, выходные, там, отпуск, и жизнь так пролетает. А когда ты работаешь сам на себя, ты, грубо говоря, сегодня отдохнул, завтра у тебя кушать нечего. Ну, если так, утрируем, да. Или там такой слишком переработался, там тоже какие-то там, не знаю, выгорел, перегорел. Или где-нибудь, если ты работаешь один, ты вот как у меня обычно, там, да, начинаешь заниматься продажами, у тебя творчество проседает. Начинаешь больше в творчество, у тебя продажа проседает. И ты такой, блин, как, как найти этот, этот баланс? Вот у тебя такой долгий такой вопрос. У тебя кто-то был в семье, кто занимался, ну, на кого ты равнялся, может быть, там, близкие друзья, там, кто-то еще, вот, чтобы ты занялся этим бизнесом? Или ты вот сам пошел, все на себе попробовал и узнал, как это? Был, <связывая> был, я, наверное, еще просто не рассказал об этом в сторис. Будет отдельная тема. Слушай, у меня отец занимался, наверное, всегда бизнесом. То есть он был либо в начальниках, либо в собственном бизнесе. Поэтому был, скажем, такой пример для подражания. Плюс ко всему он сразу, наверное, на втором или на третьем курсе открыл мне ООО. Вот это я, конечно, прифигел тогда. Я не знал, весь геймер ООО. Но, тем не менее, он открыл, сказал, все, вот на тебя все оформлено, давай занимайся. И я уже на третьем курсе, у меня уже был офис. И а, оцифровывал кассеты, оцифровывал кинопленки, как мог, снимал дни рождения, свадьбы и все в этом роде. Соответственно, то есть уже вы, как, да, выхода не было. И начал заниматься бизнесом а, худо-бедно. А, плюс, когда я, я пытаюсь вспомнить, когда я работал на кого-то. Я, наверное, в 11 классе или в 10 классе последний раз работал грузчиком и упаковщиком кукурузных палочек фасовал из больших пакетов маленьких. И когда я ощутил то, что независимо от того, насколько хорошо я их расфасую, насколько хорошо я отнесу эти э, лимонады на оптовом складе, и получу я все равно одинаково. И для меня это очень сильно напрягала угу. и я понял что так нет надо что то искать другое я хочу так что если я хорошо очень поработал я очень хорошо получил если я плохо поработал ну значит мои проблемы и наверное с того момента я и начал так или иначе ну, либо в сфере услуг либо ну, скорее, да, наверное, я больше с кем-то работал, то есть назвать это прям своим четким бизнесом нет, потому что все время кто-то был с кем, на кого я работал, но, по крайней мере, работал по договору и мог получить в один заказ больше, чем получить, допустим, в предыдущий заказ. И были моменты, когда. Депрессии, естественно, накрывают. И как раз я рассказывал, что хотелось... Вот, историю, которую еще не рассказал mm -hmm. в Инстаграме, про то, как я устраивался работать в ВКонтакте на, на должность что там директор видеоконтента или что-то такое с видеоконтентом это был один раз случай второй раз случай тоже хотел поменять полностью профессию на кого-то работать но слава богу то есть я вроде как понимаю что вконтакте это круто возможно если бы взяли может быть жизнь моя как-то изменилась либо в лучшую либо в худшую сторону но сейчас я понимаю что нет то есть это были такие моменты слабости и э, все равно уходил опять в свое потому что свое мне кажется заработать можно гораздо больше — Соответственно, да, примеры были, плюс а еще яркий пример. Олег Тиньков, я не перестаю mm -hmm. об этом упоминать, потому что для меня это, ну, гуру, наверное, того, как надо вести бизнес, как надо жить, как надо семью, относиться к семье, к детям, к собственной жизни, к собственным интересам, потому что мне, как я говорю, удалось с ним и поработать, и побывать в достаточно интересных местах, которые, наверное, не каждому получится, и... Как бы то, что я видел, и то, как это происходит, меня, конечно, поражало всегда. Я прям стремлюсь: я хочу так же, я хочу так же. Вот. А вот ты в своей работе можешь кому-то что-то делегировать? Или, может быть, ты уже делегируешь, или ты все делаешь один, потому что ну, кто занимается там фото-видеосъемкой, да, вот, ну, если мы так чуть-чуть ну, своим делом, да, именно творчеством, то вот по себе знаешь, что просто ну реально все не успеваешь, ты постоянно ну как я говорил, типа где-то у тебя будет проседать, где-то будет либо ты должен быть не знаю, mm -hmm. у тебя должно быть шесть рук и очень много времени и не должен не спать тогда может быть все будешь. успевать, вот ты все сам успеваешь, справляешься или у тебя есть люди, которые тебе в чем-то там помогают и вообще можешь ли ты кому-то довериться, потому что я, например, пытаюсь найти себе монтажера по свадьбам, да, ну, как бы свадьба такая тема, если, опять же, говорить про потоковую, да, там, ну, снять свадьбу, смонтировать — это одно, а когда хочется такое что-то более интересное, то очень сложно найти человека, который будет делать то, что ты хочешь. Я вот просто мучаюсь с этим, потому что большинство людей в нашей сфере, они... Ну, тех хорошо, которых встречал я, они почему-то такие безответственные. То есть они вот как-то относятся к этому, к легким деньгам. Типа, там, сейчас что-нибудь соберу, там, накидаю, там, умею, там, да, в программе, там, соберу, отправлю, да и, и фиг с ним. Я вот почему-то с такими сталкиваюсь, и те, кто более-менее хорошо делает, я даже готов уже большие деньги заплатить, да, лишь бы мне хорошо сделали, но почему-то у нас люди все как-то так вот относится к этому, так не знаю, наплевательски и безответственно. Какой нету какой-то вот, знаешь, такой ответственности к перед другими людьми. Вот и, собственно, вопрос, как ты, доверяешь ли ты кому-то, есть у тебя кто помогает, и можешь ли ты это сделать? Это, знаешь, Поколение высокомотивированных, низкоквалифицированных <с людей. <с На самом деле, э, да нет, есть эти люди, естественно, не, не все, э, как мне кажется, такие, но это сложно. Найти э, людей, которые подходят тебе, не значит, что они плохие, они просто, скорее всего, не подходят тебе в данный момент, и, собственно, для этого там существует э, целое HR-агентство, которые э, ищут людей и Занимается только этим. Я тоже, наверное, отношусь к, тому, к тем людям, которые боятся делегировать. И сейчас я пытаюсь сформулировать в разных ситуациях. Взять, если стоки. У меня сидели ребята, которые... Один монтажер и один копирайтер, который описывал ролики. какой-то период, где-то... Ну, если в общей сложности, наверное, года два у меня работали эти люди. И я их не нашел по щелчку. Я подавал объявления, ко мне приходили, я давал еще перед этим тестовые задания, кто-то отлично справлялся с тестовыми заданиями, но когда приходил непосредственно в офис, на второй день говорили, все, уходим. То есть это был долгий процесс, он бесил, но я понимал, что мне эти люди нужны В итоге я нашел абсолютно крутых ребят, которые то есть выполняли все на ура Причем у нас были доверительные отношения, то есть не было там такого жесткого, что не пришел уволен Если ему надо было, он мог уйти на, на, не знаю, на несколько дней, на месяц, как угодно То есть я к этому подходил абсолютно нормально, потому что они выполняли свою работу что касается монтажа, допустим, есть ребята, которые у нас как раз в команде, которым я могу что-то доверить, но да, я люблю, собственно, копаться сам. Это, наверное, моя большая ошибка, потому что делегировать все-таки надо mm -hmm. и. И вот объединение, которое у нас сложилось как раз-таки сегодня, это и был, наверное, причиной того, что почему мы все объединились. Потому что каждый может что-то сделать лучше, чем ты, и ты можешь довериться. Это При этом ты не загружаешь этих людей целиком и полностью. И скорее даже в этом есть большой плюс, что ты делаешь все сам, но где, когда у тебя начинается кто то затык, ты раз обратился, и тебе тут же помогли. Вот. Но если говорить о большом бизнесе, о том, чтобы зарабатывать действительно большие деньги, то да, делегировать, безусловно, а нужно это прям, надо воспитывать в себе такой навык, э, умение и допускать то, что как ты, не сделает никто в любом случае. И, то есть здесь надо как-то успокоиться. Такой подкаст превращается в интервью со мной чисто. А, а, ну, об, да. я, как бы смысл вообще моего подкаста, он в том, чтобы рассказать истории людей, да, вот просто как они к чему-то шли, добивались, потому что... Я приглашаю людей, которые действительно добились в, в сфере в, в там, ну, какой-то творческой, скажем так, будем называть это да, фото-видеосъемка определенных успехов как бы поэтому я считаю что ты достиг этих успехов поэтому ты на подкасте и, и мне кажется пример он должен помочь людям которые сидят и э, боятся собственно говоря вот следующий как раз у меня вопрос был как ты вот э, вообще думаешь какие страхи есть у современных людей Потому что вот мне ученики э, часто пишут, и просто люди там в Инстаграм пишут: вот, да я там, знаешь, э, там боюсь цену поднять, там, да, вот свадебщики, там, типа, я вот боюсь, что сейчас я подниму цену, у меня все там э, заказы там пропадут. Или я, вот не знаю, меня там осудят. Э, на родные и близкие, вот страхов таких много, и реально просто видишь, что люди, которые, опять же, если вернуться к началу нашего разговора, которые пошли работать, там, экономистами, юристами, и они по факту не хотят ими работать, у них там сидит в них какая-то там творческая вот это вот, знаешь интерес, и они боятся этого сделать, потому что они боятся какого-то вот осуждения, знаешь, типа вот сейчас скажут родители, ага, вот ты там пять лет учился, мы тебя столько денег потратили, и ты там вот, а ты пошел там куда-то что-то там делать, и зачем это надо, там сиди, вот как ты считаешь эти, у тебя вообще такие страхи есть, что вот типа сейчас вот не получится, там не смогу, если они есть, то как ты с ними борешься? Есть и есть этому объяснение. Я вспомню просто еще один момент по поводу делегирования. Да. Очень важный это очень важный момент. Когда мы говорим о моей жизни, обычно да, делегировать надо, но когда еще, если сказать о съемочном процессе допустим, реклама, клип или фильм, то там хочешь, не хочешь, надо делегировать. Естественно, фильм ты снять один не можешь, и, э, и рекламу не можешь профессионально снять один. Поэтому вот там я ощущаю действительно полный кайф, когда ты приходишь, и если я выступаю как режиссер, то я общаюсь только с оператором, mm -hmm. и э, с продюсером, и с актерами. И все, за остальное я не отвечаю. И э, когда работают в, на площадке профессионалы, то есть это действительно кайф, тебе не нужно бегать, смотреть там, как стоит свет, не, не, как mm -hmm. едет камера, какие приспособления ты отвечаешь только за картинку, смотришь только э, в экран и общаешься с оператором, консультируясь с ним или э, советуясь на тему того, как можно что-то улучшить или поправить. Приходит заказчик, с ним еще посоветовался, опять же, что он хочет получить. Продюсер тебя подгоняет по времени, что нужно торопиться, ну а актеров ты бодришь сам, чтобы они чувствовали себя комфортно. То есть в этом плане делегирование в профессиональном кино это просто, ну в профессиональной сфере не только кино, это обязательно и здесь, я же говорю, на самом деле делегирование это большой-большой кайф, когда вокруг тебя собирается крутая команда. А вот собрать команду — это работа продюсера, это очень сложно. Это прям действительно, чтобы никто не поссорился, чтобы никто там не выпендривался, чтобы все получилось хорошо. Что касается, значит, того... Какие страхи и с какими проблемами? Страхи, естественно, есть, но я для себя уже давно понял, что, по сути, наверное, сейчас будет очень жестко и удивительно слышать всем, какая причина всех проблем – это лень. Вот я могу в любую, любой страх, любую, Любое оправдание человека объясните ленью, потому что если ты боишься, ну, условно, выступать на публике, да. на публике, ну, другие же выступают, и есть примеры, когда люди тоже боялись, соответственно, это лень научиться, лень попрактиковаться, почитать литературу, попробовать себя в очередной раз, то есть здесь именно нужно наработать этот навык. Если не получается бизнес, значит тебе. А почему он не пол... даже не то, что не получается, а почему не может человек начать бизнес? Потому что он не знает про него, потому что ему кажется, что у него не получится. Но чтобы понять, что чтобы получилось, нужно понять, как он устроен. Нужно почитать опять же книги, посмотреть другие примеры не знаю, послушать хотя бы подкасты, посмотреть видео, документалку, если надо. В общем, изучить этот момент и понять, что в принципе страхов нет, и те, и те вещи, которые тебе кажутся незнакомы или пугают. Uh, узнать о них больше, и все. И как бы этот страх исчезает, соответственно, здесь нужно перебороть в первую очередь лень. И я не говорю, что я такой идеальный, типа сейчас я тут за все возьмусь, я точно так же лень Для меня точно так же бывает лень читать занудную литературу, особенно когда вроде там книга начинается достаточно бодро, интересно и весело, а потом, когда начинается углубление, ты, боже мой, ну только не это, начинаешь себя заставлять, потому что, да, это азы, это надо знать, это надо изучать. Соответственно, ну, это банально будет звучать, выходить из зоны комфорта. Почему я говорю, что я себя каждый раз бодрю каждый, каждый год, потому что, когда ты выходишь из зоны комфорта, ты понимаешь, что сколько ты еще всего не знаешь, чему ты можешь научиться, особенно, когда это получается. Не знаю, для меня это дофамин какой-то, я прям, ну, о, круто, круто, у меня получилось. Получилось сделать то, что никогда раньше не делалось. Поэтому, ну, совет для начинающих, ну, банально не бояться, но по сути не лениться, не лениться смотреть много, изучать много, посвящать, не знаю, месяцы. Есть же правило, что сколько там. Сколько, типа это, сколько 10 это, тысяч часов нужно дать. — Да, да 10 тысяч часов. Я считаю, да, оно работает. Ты через силу сначала тяжело, 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 но потом ты, когда вырабатываешь какую-то привычку, вырабатываешь алгоритм действий, ты уже начинаешь понимать, да господи, а что тут было страшного? Все мои вещи и интересы, тот же самый блог в Инстаграме или блог в Ютубе, я же Ютуб вел, на самом деле, достаточно давно, у меня канал уже там, лет 8 или 10, угу. просто я его забрасывал, а, как раз и были связаны с тем, что так. А я этого еще не делал. Интересненько. Создал канал, стал грузить видосы, естественно просмотров нет. Начинал изучать, а как, чего, куда просмотры пошли. Блог в Инстаграме вообще наспор был сделан. То есть могу рассказать эту историю. Да, давай, давай, да. Сестра моей жены, с ней был спор. Я просто пытаюсь вспомнить, по-моему, 4 года назад это было или ну, почти 5 уже. Uh, мы смотрели Инстаграмы других людей. То есть, естественно, у нас был у каждого Инстаграм, но не было по, по направлению какому-то. И в один момент она сказала, ой, я хотела бы сделать Инстаграм свой про... Uh, у нее было связано с поиском, по-моему, работы, ну вот что-то uh -huh. связанное с, -с хедхантерством, uh -huh. а у меня, а у меня я занимался стоками уже сколько там года три, наверное, я уже ими занимался. Я такой, ну отлично, я ими занимаюсь, почему бы и об этом и не рассказать. Мы поспорили, кто дольше продержится uh -huh. и кто больше подписчиков... Ну нет, скорее, кто дольше продержится. В итоге она сдалась через месяц, по-моему, а у меня так как-то стало получаться, и я такой, ну, отлично, ну, теперь я буду заниматься Инстаграмом. Вот сейчас она снова вернулась и в YouTube, и в Инстаграм, тоже стала развивать эту тему достаточно успешно. А я с тех пор вот веду, веду это направление. Ну, знаешь, меня... Тикток тоже самое с Тиктоком. Вот, блин, вообще Тикток, я... Я вот смотрю, пытаюсь понять вообще... Точнее, я это вот вопрос у Лени, да? Я пытаюсь все проанализировать. Я как бы не начинаю ничего, как, как правильно сказать? Точнее, я начи, начинаю что-то делать, но я это люблю дико проанализировать. Так, почему это, как это устроено изнутри, а что, вот как. Я пытаюсь это понять, и пока я до конца этого не, не пойму, я не вливаюсь... А... Правильно, в эту игру, то есть я такую что-то делаю, пробую, но что-то все не то. И поэтому ТикТок, пока для меня. Я из-за того, что пока не, не, не понял, что там нужно делать, особо А, а в ТикТок а надо вливаться, в смысле, понимать, его прям надо изнутри самому, да, да. просто Пробуешь, вот что-то снял, так. да, 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 да. Вот, поэтому. Вот, знаешь. Ну, TikTok, на самом деле, большой феномен, это потрясающая социальная сеть. Причем она, знаешь, как пословица «Скажи, кто твои друзья, я скажу, uh -huh. кто ты». Я не знаю, какая твоя лента, но если тебе кажется, что тикток — говно, и <связываю> <связываю> там, <связываю> да. там одни танцы и шманцы, значит, ты это смотришь. У меня... Поэтому вас... Да, 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 это я вот говорю. тоже обсуждаю. У меня вот в ТикТоке в, в одни лайфхаки какие-то там, знаешь, как там сделать какую-то табуретку, там, что-то там, не знаю, какие-то там как с помощью чего Ну, то есть, такие прям вещи нужные. Я вот бывает, а жена такая любит, там какие-то прикольчики там посмотреть. Ну, так типа, знаешь, вообще отвлечься от всего. И там что-то mm -hmm. сидим, и она говорит: давай Тикток посмотрим. У нас такой есть мероприятие, ТикТок посмотреть. <laughs> и мы начинаем. Mm -hmm. Я говорю, ну давай мой посмотрим. Начинаю смотреть, она такая через минуту, такая я не могу все там, эти mm -hmm. лайфхаки, эти, там <laughs> что там, английский какой то там этот учат испанский, там, ну, то ну-какие-то такие, знаешь, и шуток вообще практически, ну там какая-то одна, может, проскочит такая, а у кого-то смотришь, там просто какие-то там танцы эти детские, ну, под подростки там, и думаешь вообще, что mm -hmm. такое, какие-то там тренды оказываются, я про них и не знал, оказывается там какой-то популярный тренд был, а ты про него и знать не знаешь. Это я, это я после бана ТикТока... на самом деле ТикТок у меня уже сколько, наверное, года 4, потому что он еще назывался до этого или mm -hmm. я тогда еще был зарегистрирован. И а, когда был еще мюзикл, в основном блогеры были американские, ну, западные. Соответственно, там был немножко другой формат, поинтереснее, скажем так. И я уже тогда стал нарабатывать а, систему подписок своих, то, что мне интересно. У меня выдавался контент со всего мира. И а, я это очень сильно ценю в том плане, что моя лента была такая, ну, прям идеальная. Я залипал по несколько часов. А после бана ТикТока я такой, прошло сколько там, месяца три, думаю, ну, все, зарегистрируюсь еще раз. Регистрируюсь, смотрю, думаю: блин, как я его ненавижу. Какие тупые ролики? И я понимаю, что у меня ну типа сыпется еще Тикток не, не знает моих интересов, и, типа все подряд. И какие-то приколы, и нарезки, и скрытая камера, и что-то там Ну, как бы, всякий бред. Я такой: так, надо заняться. По-первых, включил, если кто не знает, такой маленький лайфхак: в настройках надо включить, какой контент тебе показывать, ага. с каких стран. Я, естественно, там понатыкал все, все западные, Бразилию, Италию, Испанию, Америку, Англию, еще там какие-то. Ну, короче, чтобы как можно больше иностранного было. Вот. И стал сидеть, нажимать. Неинтересно, 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 неинтересно. Ну, когда показывают какой-то неинтересный контент, просто чтобы сформировалась моя лента. Подписываться специально на американских блогеров, чтобы ТикТок вот думал, что мне это все заходит. И вот сейчас снова моя лента стала той приятной, где я вижу не просто там кривляние, да, либо какой-то интересный, либо полезный и в профессиональной точке зрения и просто в развлекательный контент. Так что там круто. <laughs> да. В общем, а, такую тему подытожить по поводу страхов. Мне кажется, вот угу. а, страхи... Ну, мы просто сейчас хочу вернуться на нее. Там одна мысль была у меня, что страхи есть... У меня давно это просто мысль, что в детстве большинство из нас говорили, так, туда не ходи, там упадешь, сюда не, не забирайся, тут обязательно что-нибудь там расшибешься, тут что-то еще. И у нас с детства вот складывается то, что начать что-то новое, да, вот куда-то там рыпнуться, обязательно что-то у тебя не получится. Я это прям, опять же, вижу много на примере своих друзей, знакомых, которые... И я тоже самое, тоже что-то там как-то поначалу боялся, но когда я вот начал заниматься фотосъемкой, да, я когда понял, что у тебя по факту вообще, ну, ты можешь знакомиться с новыми людьми, общаться. До этого я вообще был, я считал себя до этого таким интровертом. Я, ну, не, не особо так, знаешь, с кем-то там контактировал. А когда ты поснимаешь, пообщаешься, ну, я такой понял, блин, так это оказывается круто. Я понял, что нифига, я оказывается, не интроверт. Мне, наоборот, хочется больше общения. И когда mm -hmm. а, с помощью этой работы начал а, в, ну, как бы познавать мир в других вообще красках, а не только там сидя в офисе, я понял, что вот эти все страхи, они вот как-то вот надо их отгонять. И у меня теперь такая какая-то проф... Не знаю. Из-за этого у меня деформировалось мое представление. Я теперь вообще вписываюсь в любую какую-то вот авантюру, там, все, что вот есть. Я, мне там пишут, вот, есть такая съемка, там, ну, мы тебе, типа, ничего не заплатим, но я такой думаю, так, съемка там-то, там-то, интересные люди, интересный проект. Угу. По факту я, ну, да, может быть, там, потеряю деньги там на какие-нибудь, не знаю, там, перелеты, проживание там, на еду, но я познакомлюсь с новыми людьми, побываю там в каком-то интересном месте, Uh, да и по факту, ну просто получу удовольствие, потому что я как бы... Uh, мне нравится то, что я делаю, пока мне нравится, надеюсь, это <laughs> не пропадет это желание. Mm -hmm. Я реально получаю это удовольствие. И вот uh, мне кажется, большинство людей просто вот, uh, сидит это вот в действии, что типа вот нельзя, осудят, скажут, что плохо, и оно вот не получится. А если не получится, то потом тебе вообще там скажут: Ага, я ж тебе говорил, uh, не получится. Mm -hmm. У меня такая тема была. У меня один раз uh, тоже, я там, когда еще в творчестве не занимался, там был бизнес один такой, я пробовал так в 20, там мне сколько то лет было я помню мне а, что-то не получилось там первый же там какой-то какой-то был проект а, и у меня что-то не получилось и мне прям тут же там кто-то из знакомых там сказал все бросай это это не твое это все плохо хотя там уже денег вложили много там все я говорю да подождите я еще ну только вообще я только вообще понимать стал как как тут мир устроен я угу. сидел там после института там два года там в офисе проработал а тут и вот это вот а, то что тебе вот говорят типа нет все плохо не получится не получится мне кажется так вот Угнетает людей, понятно, что есть ну, те, кто сильнее это все, знаешь, может воспринимать, там, кто-то скажет, отбивает такой щит, у него стоит. Но есть люди, которые действительно все поглощают, и вот мне кажется, им очень тяжело вот как-то, не знаю. Ну, это, наверное, вот как раз в большей степени относится к нашему поколению, к воспитанию, когда да, нас воспитывали, не, не высовывайся, не делай, не, не выпендривайся, потому что не дай бог что. Угу. Я не знаю, как это перебороть, я не знаю, что для этого нужно делать. Здесь, конечно, стоит воспитание в каждой семье. Я, на самом деле, я, кстати, вижу в некоторых семьях, что продолжается вот это вот а, а, «сын, помоги», «сын подходит помогать», а, Сын, отойди, у тебя ничего не получается. Да, да. Он даже еще ничего не попробовал, а ты, а ты уже, значит, уже виноват во всем. У меня, наверное, те же самые, как, как это называется, детские... Не не комплексы, а травмы, детские травмы, наверное, тоже присутствовали, уж не знаю, со зла или не со зла. Родители, может, действительно были времена такие, что, ну, что называется, не до воспитания, mm -hmm. а, а скорее выживание, это 90-е были там или 80-е. Но, тем не менее, сейчас я тоже пытаюсь с этим справиться, потому что, вот я, знаешь, в знаки я не особо верю с точки зрения... Не, не знаю, относится это к эзотерике или к чему, но я знаю точно, что когда ты выбираешь себе какое-то направление, ну, взять, допустим, даже, вот, желание купить машину. Mm -hmm. uh, ты же понимаешь, что когда ты uh, решил купить какую-то машину или купил ее, тебе кажется, что весь город на этих тачках ездит. Потому что ты начинаешь замечать, что вот, так, вот, опять моя машина, вот, опять, опять, Господи, весь город ездит на них. То же самое и с целью, когда ты выбираешь, типа, вот, я сейчас буду заниматься, ну, например, вот студией, да, конкретный пример. Студия у меня появилась не просто так из ниоткуда. Я заявил это желание, я говорил о том, что опять же, своему окружению, что мне бы хотелось студию, мне бы действительно интересно было бы расшириться. Я взял помещение а студия, только оно было маленькое, и пытался там что-то реализовать. Люди это видели, и, соответственно, они понимали, что в случае, если им попадется какой-то вариант, они знают, что мне это можно предложить. И я на это нацелен. И как только я слышу что-то похожее, связанное с тем или иным направлением, которое я выбрал, соответственно, я за него цепляюсь. Появляются люди, которые могут тебе в этом помочь и так далее. Поэтому здесь, наверное, вот самое простое, понять, чего тебе хочется, и сказать об этом. А, не только там <laughs> в небо, да, энергии. А реально твердить а, на каждом углу, говорить, вот, я хочу студию, я хочу, не знаю, крутую камеру, я хочу снять клип. Найдется человек, который скажет, о, ты хочешь снять клип, а мне нужен клип, или там моему другу нужен клип. Вот основное, наверное. А есть какое-то какое решение, как понять вообще, что ты хочешь, и как понять, чего хочешь ты, а чего хотят от тебя? Вот я сейчас подсказал фразу, типа, понять, что ты хочешь. Я вот думаю, так, это как бы, ну, на самом деле понятно, да, ты должен, чем ты хочешь заниматься, должен как-то так осмыслить это все, а если ты вот, ну, не понимаешь, <laughs> вообще какой-то есть, может быть, совет, типа, как это сделать? Нужно там, может быть, сесть, подумать, написать попробовать что-то такое. прям такого, наверное, даже говорю, так превращается <счет> в интервью. Записаться <счет> на все мастер-классы в городе, по всем разным, там, на танцы, на пение, не знаю, там, еще что-нибудь, все пройти и понять, так, это мне не подходит. Не знаю, какой-то может быть. Мне кажется, что надо понять, чем ты увлекаешься. Вот сейчас немножко на другую тему скажу, наверное, она чем-то похожа. А, несколько месяцев назад я ощутил такую опасную, я считаю, вещь, когда у тебя нет а, мечты, mm -hmm. мечты, причем не не глобальные мечты, а у вот тебя хочется чего-то купить. А, например, условно, ты мечтаешь какой-то тачке. Я понял, что так машина у меня есть. Хочу ли я там Мерс, хочу ли я Роллс-Ройс? Ну, в, в принципе хочу, но с точки зрения практичности, буду ли я на нем ездить? Потому что я вообще зачастую на метро езжу потому что быстрее. Ну, типа я в метро сижу, либо что-то читаю, либо э, пишу пост, либо какие-то придумываю сценарии для роликов. А в машине я просто за рулем. Ну, слушаю, окей, музыку, какой-то подкаст, но я не могу чего-то создавать, контент. Вот. Соответственно, думаю, так, ну машина есть, хорошо. Новую камеру. Но у меня Джашка 4 Я там изучил ее настолько, что могу на нее снимать то, что мне нужно. Она для моих целей подходит. Если мне нужна камера покруче, ну вот в студии у Саши есть камеры там Black Magic. Нужны кинокамеры, есть LKS могу. Так, камера не нужна, значит, окей, что там еще? Вот видишь, я даже придумать <свят> не могу. <свят> а, дом, наверное, квартира. Ну да, я этого хочу, но это, скажем, такая большая мечта. Я к ней стремлюсь, но опять же, ну вроде есть где жить, вроде все устраивает. И я себя понял, что нельзя, нельзя, надо, блин, придумывать себе мечту, какую-то цель, к которой стремиться. Соответственно, и в навыках, и в тем, в занятии. То есть как только... Ну это, говорю, это угу. лично для меня. Может да -да -да. быть, у нетворческих людей, может быть, как-то по-другому, но вот мне кажется, что у творческих просто нужно придумать себе просто вот чего тебе хочется, а, чему хочется научиться, к чему душа лежит условно, даже если ты так, вот мне бы хотелось на барабанах поиграть. Вот если возникла эта идея, блин, пойди, возьми, да, мастер-класс на барабанах на, не знаю, на несколько часов или на неделю и пойми для себя, твое, не твое. Ну, ну неделю ты на это потратишь, но зато поймешь, а вдруг действительно барабаны – это твоя жизнь. Что-то еще, соответственно, и в... почему я там брался за эти маски, почему я брался за, что я там еще приводил пример, маски э ВКонтакте, еще какой-то был пост, чем вот ты там хотел прилож заняться? Приложение ты пор... там а, делал. А, да-да, приложение, точно, Deadbook. У меня возникла идея, потому что был хайп в соцсети, соцсети, надо... Значит, сделать соцсеть. Вот прям я понимаю, что значит, вот есть этот хайп. Если я его не, не попробую, я буду, блин, до конца жизни жалеть о том, что я не попробовал. А что мне для этого надо было? Надо было не самому возиться, потому что это долго, а сразу дойти до высоты максимальной инвесторы. Как попасть на инвесторов? Давай смотреть бизнес-инкубаторы, смотреть все эти форумы инвестиционные. Окей. Если я приду скажу, что хочу социальную сеть для мертвых, мне покрутят у виска, скажут. Адиос. Надо зайти с чем-то другим. Поменьше, поприземленнее. Что-что, а, что, что. О, у меня же тут лежала какая-то неосуществленная вещь. Быстренько докрутил, отправил. О, прикольно. Приняли. Приехал. Мне там объяснили, что нет, это слишком сложно. Я успокоился, я не жалею. Я попал опять же на тусовку, посмотрел, как это выглядит. Я понимаю, что в следующий раз, если я захочу к инвесторам, я уже примерно прикидываю, понимаю, как это будет выглядеть и что мне для этого надо. Опыт, навык есть. Все. То есть, вот мне кажется, нужно такой вот как-то себе прорабатывать навык. Вот сейчас ты рассказывал, да, вот я, ну, опять же, наблюдая, как ты это, как ты это делаешь, да, то ты говоришь так, ага, значит, это, ты, у тебя есть цель, и ты любыми способами к ней идешь, так, инвесторов не найду, так, что надо сделать, вот этих, значит, вот это, то есть, ты как бы, тебя какие-то там сложности, они тебя не останавливают. И вот это, мне кажется, что такой классный навык, научиться бы его как-то прорабатывать, потому что у меня вот тоже, когда я что-то хочу, а если еще особенно, знаешь, когда мне говорят, да, у тебя не получится. Там вот у меня вот я когда начал снимать видео, мне говорили видики да. все вокруг, что сейчас такая тема очень специфичная для видеосъемки. Короче, были стабилизатор первый, вот эти механические, да. Я хотел mm -hmm. снимать с автофокусом, чтобы подходить к человеку, чтобы ловил фокус лицо, чтобы не делать, как mm -hmm. вот раньше снимали все эти свадебщики, они вот на широкий угол, вокруг летают, все это, ну, крас, крас такая красота. Я хотел делать какие-то киношные там пролеты, чтобы, знаешь, там все, и мне все видики свадебщики, потому что я в тусовке не, не общался особенно в городской своей. Они говорят... Да это невозможно, ты не сможешь, я настолько, я там начал гуглить вообще в западные сайты, фоллоу-фокусы вот. эти искать, да, там, да, да. я помню, я первый купил себе стабилизатор, я там с ним бегал, у меня Canon 6D был, там, и я пытался этот фокус делать, то есть, я, конечно, меня ничего не остановило, в итоге я купил себе фоллоу-фокус только в этом году, спустя сколько, 7 лет <laughs> до этого, там, чтобы снимать mm -hmm. на ту камеру, которую я хочу, там с автофокусом, ну, в смысле с фокусом, я к тому, угу. что а вот, а, не, вот когда мне говорят, типа у тебя не получится, меня просто вот я начинаю прям... да! Это индикатор. Да. да, это я, кстати, тоже хотел сказать чуть раньше. Да, это индикатор. Как только тебе говорят не получится, значит, вот для меня, значит, надо делать. Все, вот если тебе говорят фигня, значит, надо делать. Ну или не делать хорошо, хотя бы попробовать. И кстати, еще один такой типа аля совет: не бояться, что не получится. Да, блин, может не получиться легко. А что такого? Поэтому фишка в том, что максимально короткий путь пройти почему я хотел к инвесторам потому что я мог базиться с этим найти программистов вложить денег в программистов mm -hmm. потратить время нет поехал сразу к тем кто этим будет заниматься в будущем сказали нет Окей, я им верю, не буду тут даже ничего пытаться. Поэтому максимально короткий путь не бояться и не бояться неудачи. Чем быстрее ты поймешь, что это плохая идея, тем лучше. Но зато, опять же, ты столько всего изучил. Да, да. Что... В общем, не останавливайтесь, двигайтесь всегда вперед, и все у вас обязательно получится. Ну, у меня вот такой вот сейчас последний такой блок, который я хотел поговорить. Он такой уже завершающий. А, немножко тему стоков а, так раскрутить, но раскрутить ее в том плане, что ты часто выкладываешь вот а, продажи в день там, да, yeah. для тех, кто не знает, Саша занимается видеостоками. Видеостоки ⁇ это такая штука классная, да, я ее прям на себя ощутил буквально вот после того, как только узнал про Сашу, и у меня там продажа случилась вообще через... Один там месяц, грубо говоря, после того, как я загрузил первое видео, одно, его сразу купили, я об этом узнал только через два года. Потому что я забыл, что нужно было заходить на проверять, а почта у меня, уведомление там какая-то другая была. Я, короче, я узнал об этом, я такой заработал там что-то типа 20-30 долларов. Там с дроном кадр, короче, был. Я такой, блин, что я два года-то не делал. Потом я такой опять, значит, у меня такой был всплеск, но времени, как всегда, не хватает. такой начал что-то загружать, потом опять... И только я вот успокоился, mm -hmm. у меня опять продажа такая, раз в этом году mm -hmm. я такой. Да, 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 да ё-моё, блин, надо, короче, опять. Вот. И э, я к тому, что э, Стоки это такая штука, где вы что-то снимаете, фото или видео, загружаете на сайты, на определенные сайты, и какие сайты, это узнаете у, у Саши в Инстаграме, и подпишитесь, и он очень много полезного рассказывает. И ваши видео покупают, и вам за это платят деньги, и в принципе можно устроиться до того, доработать, что вообще будете не работать. Ну, в смысле, как не работать? Постоянно нужно работать, но типа у вас будет пассивный доход. Сейчас такие комментарии посыпались под видео. Ой, да нет, это не пассивный. Вот, как раз про эти комментарии, да. И я часто вижу, что ты выкладываешь, когда ты пишешь, что вот я там снял вот это, там вот это, там показываешь, что типа заработал там в день там вот столько. Это прям такие вот, знаешь, мотивируешь такие штуки, когда ты с утра встаешь, а у тебя там уже там, грубо там десятка уже на счету такой, блин, Прикольно. Ты только, ну, только проснулся, а у тебя уже деньги заработать. такой думаешь, так. Ну это, да, же, это, кайф. это крутая вещь. И а, у тебя прилетает там какой-то хейт. Постоянно там. Ну, не постоянно, может быть, это просто показываешь я вижу, что а, пишут там: типа, Да, это все ерунда, да, эта ниша уже там заполнена, да ты обучаешь, потому что там это все. А, как ты вообще? с этим, к этому... — Относится к инфо -циганству? давай <с сразу, <с прямым текстом. — Нет, ну, а, знаешь, это вот а, мне тоже, типа, кто-то сказал, что мой курс по видеосъемке — типа инфо -циганство. Ну, я, я, как бы такой, ну, ладно, думайте, что хотите, мне как бы... Вот, но а, вот как вообще ты относишься к хейту? Вот ты считаешь, что у этих людей проблемы какие-то, они что с ними? — Здесь есть две стороны. Сейчас уже, я пришел, наверное, как я уже сказал, что мне интересно продюсирование, интересна работа с контентом, со сценарием, с драматургией, потому что блог, ну, назовем это так, скажем так, профессиональный блог, это не просто рассказ о себе, это все-таки драматургия и сценарий, чтобы он был интересен, чтобы он, чтобы сторис смотрели, чтобы они досматриваемость, досматриваемость была. Поэтому некоторые вещи можно обернуть в свою пользу, и иногда хейт помогает раскрыть какую-то тему. То есть вроде как тебе что то сказали, но ты можешь с помощью эти, этой переписки этих комментариев раскрыть какую-то тему в позитивную в негативную сторону. Это уже зависит от того, как ты это делаешь, как ты это умеешь и какие цели преследуешь. А, раньше я к этому хейту относился, ну да, не раньше. Все, в принципе, все блогеры тяжело относятся к хейту, особенно когда это касается какого-то не не просто тебя, а какого-то продукта, который ты предлагаешь, в который ты вкладываешь я в -то свои -то, силы, душу. Да, да а тебе там что-то пишут. Потому что одно дело, если бы я там вчера зарегался и сказал, здрасте, покупайте курс. Нет, сам блог, как я уже сказал, появился не ради курса. Он сначала появился, где-то два года я просто рассказывал про стоки. И уже потом только там появились курсы, как-то монетизация этого блога непосредственно. Поэтому здесь... Естественно, тяжело воспринимаются негативные комментарии, но э, я проще к этому стал сейчас относиться, потому что понимаю, что, во-первых, есть у людей плохие дни. И некоторые комментарии, даже иногда люди прям пишут, что, ну, типа, мне было плохо, ну, извини, сорвался а, на угу. тебе. Такое редко, но такое бывает, и э, если я, скажем, тоже это понял в тот момент, значит, все в порядке. Если человек уже перегибает палку, то с ним приходится прощаться. Что касается э, всей, в принципе, стоковой индустрии и претензий ко мне, неважно, курс, не курс, просто то, о чем я рассказываю в блоге, и попытка доказать мне, что то, что я делаю, э, является неправильным, или там ниша умерла, э, в какие-то моменты, знаешь, начинаешь задумываться, а может, действительно умерла, Ну, блин. Утром просыпаешься, угу. как ты говоришь, видишь эти суммы, думаешь не умерла. К тому же говорит о том, что что-то умерло в сфере, но по крайней мере видео, я по фото не знаю, по сфере видео было бы странно, учитывая, что сейчас YouTube, Instagram, TikTok, все нацелено на видео, 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 рилсы в Инстаграме появляются, появляются какие-то новые площадки, метавселенная скоро появится и там тоже не только графика будет, все связано на видео. он странно говорит, что видео умерли. Есть у меня понимание, кто это говорит и почему это говорит. Это как раз связано, наверное, с предыдущей всей нашей беседой, с тем, что мир стал меняться гораздо быстрее. И мы, особенно люди нашего возраста, нашего поколения, не привыкли так быстро меняться. И кажется, что существует классика, кажется, что там люди в определенных образах будут востребованы всегда, но оказывается нет, уже некоторые видео другие, скажем так, более молодые, более продуктивные, более эффективные ребята сняли лучше тебя или не лучше в плане качества съемки, лучше в плане смысла съемки, потому что стоки на первом месте всегда стоит смысл, сюжет, то, что снимается, а реализация этого всего это уже второе место. Безусловно, есть комбинация всего этого и получается Городенков. Mm -hmm. А есть люди, которые зарабатывают на стоках, им не нужны миллионы. Ну, Зарабатывать там тысячу-две долларов вполне э, достаточно, чтобы просто чувствовать себя комфортно и заниматься чем-то mm -hmm. еще, не, не убиваясь только на стоках. Соответственно, многие хейт этот пишут, э, плюс ко всему, основываясь на своем портфеле. Ведь если ты загрузишь 100 видео, ну, у тебя, как бы, объективно будет мало продаж, но это не значит, что стоки умирают. Uh -huh. Если ты загрузишь 100 тысяч видео, скорее всего, у тебя будет все прекрасно с продажами, даже если это будет полный шлак. Потому что теория, да, теория больших чисел говорит о том, что все равно что-то будет продаваться. И ну, как бы, хорошо или плохо, это уже второй вопрос, но сказать, что стоки умерли, точно нельзя будет. Поэтому стоки претерпевают изменения, плюс ко всему, я же говорю, приходят новые ребята. Если там мы... Ну, те, кто начинал, там, не знаю, 5-10 лет назад, считаем, что раньше было легче. Да, раньше было легче. Раньше было легче, и это во всех сферах да, так. Да, да. Раньше было в музыке легче, раньше было, не знаю, в бизнесе, может, в, как в каком-то легче, в ресторане было легче. Всегда было раньше легче. Сейчас сложнее, но опять же, как сложнее. Раньше тебе надо было владеть камерой, владеть технологиями, техникой, объективы. Студия, не студия, понимание, как это делать. Сейчас достал телефон и по сути снял все то же самое, на чем мы парились много лет да, назад. Да, да. Поэтому в этом плане все упростилось. Если говорить о э, мотивации и стремлении к чему-то, блин, откр открывайте ТикТок, Смотрите успешных блогеров и просто смотрите, сколько они в день снимают видео. И можно понять, насколько они эффективны и насколько uh -huh. неэффективны те люди, которые загружают по 10 роликов в месяц и требуют от видеостоков полной отдачи в, в продажах. Тут ребята TikTok снимают со сценариями, с постановкой, с выездами, не знаю, там с эффектами даже бывает. По несколько роликов в день вдумайтесь какое-то количество, а здесь, а мы такие типа, ну вот сейчас загружу 10, а что-то не продается, а стоки умерли, а пойду, а пойду потрачу время да, комменты, да, да, напишу, напишу комментарий что-то. Да, да, на а это время у меня, конечно же, есть, чтобы написать. Да, а еще там, не дай бог, еще обзор, видеоответ и еще что-то, вот это прям, как в полной мере можно, а заняться своим продвижением нет. Нет, стоки не умирают, стоки живут, а те, кто комментирует негативно, они Скорее всего, просто основывается на своем негативном а, опыте, да. опыте, да. И ну, для них стоки умерли. К, к, к счастью, к сожалению. Если это не твое, меняй профессию, пожалуйста. Ну как бы мир открыт. Знаешь, Где много вот да, таких вот нытиков, которые всем недовольны, там, да, вот, а, там, типа, знаешь, я вот затронул тему, там, бесплатных съемок, и там в одном из воронежских чатов, возможно, сейчас нас смотрит этот человек, он все время там говорит, вот, бесплатные съемки, это плохо, обязательно не соглашайтесь никогда, я наоборот всем говорю, типа, ученикам и всем, кто ко мне там когда-то обращается за советом, я говорю мне, лично мне, вот я про свой опыт говорю, бесплатные съемки принесли намного больше всего, чем э чем какие-то там другие там не знаю съемки. А он постоянно вот негативит, и я думаю, блин, чувак, может, тебе надо, ну, типа, бросить это дело, если ты вот. Я знаю там его, грубо говоря, там 2-3 года, и вот постоянно во всех чатах он там пишет, Нет, это все плохо, плохо. И думаю, блин, бросай ты это дело. Если тебя, видимо, угу. ты к себе притягиваешь, если у тебя такие проблемы появляются, наверное, ты к себе просто притягиваешь этот негатив, и, наверное, лучше не заниматься этим, заняться чем-то другим, менее таким, не знаю, напряжным для психологического такого... Здесь, кстати, отчасти соцсети тоже виноваты. Блогеры крупные, крупные соцсети, э, СМИ, которые, конечно, нагнетают всю эту обстановку. И если ты не умеешь абстрагироваться, если ты не умеешь все это выключать, то, да, кажется, что во всем мире все плохо, особенно если читать какой-нибудь мэш или какой-нибудь, ну, такие э, э, СМИ, которые прям... Тут сегодня так-то здесь, тут, я уж не хочу называть просто слова для Ютуба, чтобы он лишний раз не воспринял. В общем, во всем мире все плохо, все плохо, все плохо, тебе кажется, да, кошмар, капец, тут окружение, родители давят, тут ребенок, нужно работать, денег нет. Ну да, все плохо. В этом случае все плохо. Как только все это дело выключаешь, как только начинаешь смотреть позитивный контент, позитивных людей, людей, которые тебя вдохновляют, на которых ты хочешь, хочешь быть похожим или занятия, которые они делают, тебе откликается. Все, сразу мир становится прекрасен в один момент. И вот, наверное, весь рецепт того, как, как, как с этим бороться. Есть еще одна книга, которая... Подожди, меня... сейчас, сейчас мы до этого дойдем. Да, а, <laughs> да. Мне кажется, хорошо. вот если вы что-то хотите изменить в своей жизни, первым, вот что я бы, наверное, сделал бы, отключил бы все... Во-первых, выключил бы телевизор, вообще не смотрел бы его никогда больше, кроме как, ну, там, какие-то сериалы хорошие, не по первому, второму каналу. Вот. И в своих соцсетях навел бы порядок. Как мы говорили про ТикТок, что лента формируется от того, что да, мы да, хотим. Да, да, да. Инстаграмы, вот эти там ВКонтакте, если не дай бог, Одноклассники. Все а почистите. А рецепт... Просто, я сейчас так в свою фразу внедрюсь, рецепт просто надо помнить. На чем зарабатывают СМИ? Да. СМИ должны их должны читать, чтобы их читали, нужно какой-то конфликт, нужно какой-то а там... страх, потому что если все будут рассказывать про цветочки, никто их читать не будет. Как только ты это понимаешь, и даже крупные блогеры то же самое, они делают хайп на чем-то, чтобы их смотрели, им нужны просмотры. Все, поэтому Почистите если всю хочешь свою, позитива да, ленту да. и смотрите только, подпишитесь на какие-то позитивные вещи и каждое утро смотрите, Заряжайтесь Я вот каждое утро люблю смотреть какие-то, знаешь, классные лайф выступления музыкантов мне вот нравятся там разные там да какие-то я вот смотрю там каверы какие-то такие классные хорошие записанные я вот утром могу там час потратить на это заряжаюсь прям такой вот эмоционально такой раз потом посмотрю твой инстаграм сколько ты заработал там и такой так давай соберись идем дальше собственно Вообще, как вот ты считаешь, в чем твоя миссия, вот как вот а, вот все-таки ты несешь людям, да, что-то помогаешь, как-то вот, как ты думаешь, есть в этом какая-то твоя миссия, вот в чем она, в чем твоя миссия? Вот так, так. Слушай, мне бы хотелось, на самом деле, донести эту, этот смысл того вообще, чем я занимаюсь. Сейчас объясню, что имею в виду. Как раз-таки этот хейт, возвращаясь к предыдущим вопросу, связан с тем, что возможно, меня воспринимают как вот стокера, что я типа выбрал направление стоки, я ими занимаюсь. Но я пытаюсь как раз-таки э, и людям, и, не то, и в жизни, и на обучении, в принципе, показать, что я не занимаюсь стоками. Стоки это просто направление, которое приносит деньги из того, что я делаю в принципе, потому что э, можно заниматься параллельно ютубом, который тоже приносит деньги. Можно заниматься съемками, неважно свадьбы, клипы, фильмы, корпораты, не знаю какие-то те же самые. Вот э, Марк, который помогал мне настраивать. Камеры здесь, и Свет, вот он занимается съемкой курсов. У него чисто направление съемка курсов, он помогает людям создавать uh, обучающий материал, и все это, это все видео. И то, что я в кадре, это видео, то, что я за кадром, и то, что я uh, пишу сценарий, это тоже относится к видео, к продукту, который я делаю. Поэтому. Сток uh, — это лишь направление, одно из ответвлений. И я пытаюсь людям доказать, что стоки — это просто один из инструментов и рынок сбыта того, что вы делаете. Независимо от того, что получилось у вас что-то снять, не получилось, есть куда это отправить, и, возможно, кому-то это пригодится. Потому что, допустим, ну, взять тот же Питер, здесь не всегда требуются uh, такие вещи, которые я, опять же, снимаю для стоков, потому что они могут быть иногда чересчур uh, продвинутые, технологичные, сложные, uh, mm -hmm. и это не значит, что во всем мире никому это не надо. Почему как бы стоки, это хорошо, ты загрузил на стоки, и где-то там в другой стране скажет: о боже, в Дубае, о боже. Мне нужна эта виртуальная студия, я почему сказал про Дубай и почему про эту виртуальную студию, потому что мы ее сделали здесь, как бы, ну, вроде как есть клиенты, но мало, а там оттуда дайте еще, дайте еще, а мне нужны там подобные проекты, и ты понимаешь, вот как круто, что тебе не обязательно как бы работать только на рынок Петербурга, а работать на весь мир, соответственно, Приехав, поснимав в студию, мы зазнакомились с владельцем этой студии, с Мишей Антыковым. Возникли другие интересные проекты, возможности. То есть, как бы, стоки — это просто сопровождение всего процесса видео, и в этом, собственно, и кайф. Поэтому, когда кто-то говорит, что стоки умирает, ну, может быть, стоки умирают с точки зрения, там, одного какого-то направления ну, и профессии, но мне кажется, что сейчас вообще начинается вторая волна, mm -hmm. вторая их жизни, это, скажем так, есть теория и а учитывая, сколько возможностей открывается, так, не знаю, стоки просто должны быть, как у каждого оператора, как соцсети. Вот uh -huh. ты должен присутствовать в соцсети, ты должен присутствовать на, сток, на стоках, потому что удалять материал, вот я вообще за сердце хватаюсь, когда кто-то такой... Shift Delete, удалить без, без возможности восстановления. Я такой, о, боже мой, нельзя так, нельзя, ты же создал продукт, ты же... Это как, не знаю, ноты удалить, песни удалить, инструментал, не знаю, караоке. Или это акапеллу удалить, типа, ну, но есть же финальная версия, отлично, удалю акапеллу и инструментал, а она не нужна. Или биты. Кстати, вот тоже аналогии, биты, вон, Моргенштерн во всех блогах трубит о том, что там биты взяли, там биты взяли. Вот угу. те же самые истоки, чем люди создают биты и выстреливают на, на весь мир. А с этими расскажи, какой-то, может быть, есть у тебя список книг, которые бы ты порекомендовал прочитать, чтобы как-то поменять свое мировоззрение? Одна книга я бы, наверное, порекомендовал, остальные книги относятся к теме профессии, то есть, условно, там, сейчас мне интересуется, господи... Сценарии и э, продвижение и продажи, соответственно, я читаю литературу по маркетингу и по сценариям, а... а, из художественной литературы для меня всегда был топ. Это Стивен Кинг, он просто мне близок, но он со школьных времен, скажем так, я с ним познакомился, и вот э, его я люблю mm -hmm. иногда э, почитать что-то новенькое, но в основном уже пересчитывать старенькое, потому что много чего я почитал раньше. Mm -hmm. а, что касается рекомендации типа универсальные. Тоже, может быть, сейчас скажут, что я такой больной продвигаю какие-то странные вещи, но эта книга меня зацепила. Она называется «Трансерфинг реальности». А, да -да -да. Книга странная, и многие, наверное, не признаются, и, может быть, даже многие посчитают ее, типа, аналогией чего-то базового, ну, типа, переработанной. Но, тем не менее, вот говоря о СМИ, вот Вещь, о которой я всегда помню из этой книги, это... Ты что? Да, я начинал, я слушал ее, и очень много тоже и... да, из нее полезного. Если ты дошел до теории магии... Да, 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 это прям то, тема, тогда... я вообще тоже очень изучил хорошо. Вот маятники, это всегда я вспоминаю, как только я понимаю, что вот жизнь вдруг становится у тебя плохо. Ты начинаешь обращать внимание на плохие новости, на то, что происходит в мире, на кризисы, на прочее. Все, это значит маятники, здравствуйте, нужно срочно от них избавляться, выключать, отписываться от этих каналов и понимать, что тебя зацепило, и нужно срочно значит, возвращаться к нормальной жизни, потому что, говорю, когда этого всего нет жизнь просто прекрасна, возможности огромное, количество работы огромное, количество источников, там, финансов, денег огромное, вдохновение, все, все присутствует, но как только тебя кто-то зацепил, все. Поэтому трансерфинг реальности, не, не все мне там откликается, но вот маятники, это прям топчик. Советую, прям советую. Либо ауди аудиоверсия хорошо заходит, там классный, классная озвучка. Да-да-да, я вот и... тоже на, когда бегал, прям очень слушал, и прям я Бегал там 10 километров, 15, думаю, блин, надо еще побегать, потому что очень интересно, и домой не хочется, хочется слушать, 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 прям такая крутая. Очень интересно. А последний вопрос. Что ты угу. посоветуешь сделать сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте? Такой вот. Определиться с ней. На самом деле, наверное, проанализировать себя, сам недавно это делал, проанализировать что у тебя хорошо получается понять, что... Причем, может быть, всякий бред. Если там круто варить кофе, это тоже умение. Круто печь блины, это тоже умение. Просто как-то ну, прописывать сами, как хотите, хотите прописывать, и хотите нет. Но, по крайней мере, для себя вспомните, и понять, что круто получается. Это раз. Понять, с чем увлекаешься, и понять, можно ли совместить хорошо получается и увлекаешься, и как-то нарастить опыт и стать профессионалом. Я считаю, что вообще каждый человек просто должен должен в чем-то становиться профессионалом и профессии в жизни может быть не одна и э, пробовать что-то новое не бояться не стесняться не бояться неудач не стесняться проявлять себя не стесняться быть э, знаешь как в, в каждой затычкой не стесняться быть поэтому просто то что называется сегодня попробовать прислушаться к себе понять кто ты такой, что ты умеешь, и чего бы тебе просто хотелось в этой жизни иметь, быть и, и прочее. Ну, это такая, наверное, уже, знаешь, близко к бизнес-тренингам, но мне кажется, это должно все-таки сработать. Полежать, кайфануть, отдохнуть, пофантазировать даже, может быть, пофантазировать в крайности уйти какие-то, типа, хочу там остров, а потом уже так немножко понижать планку и поймешь, что вот, в принципе, до острова не так далеко, ведь тут есть еще несколько пунктиков. Вот, ну и не киснуть, подписаться, а вот, так, мы так. же мы же решили, что надо сделать, отписаться да. от всего негативного то, что тебя цепляет, то, что тебя вызывает написать какие-то комментарии и отзывы плохие, а, ведь вместо того, чтобы кому-то это писать, кому-то портить настроение, можно просто отписаться. И подписаться на то, что тебя вдохновляет, мотивирует и приносит Начать можно с этого подкаста. Я в том числе. Да, я в том числе. Если я кого-то бешу, и кто-то сейчас хочет написать коммент, пожалуйста. Нет, конечно, напишите для продвижения этого подкаста. Это будет плюс, но на вашу жизнь это никак не повлияет. Да и на нашу тоже, если у никак не повлияет, потому что, ну, прочитаем, окей. Это не значит, что мы закончим делать то, чем мы занимаемся сейчас. Да, да у меня запланировано много выпусков с разными интересными, поэтому я пока не выполню и потом не пойму, что хорошо это или плохо. В любом случае, это хорошо. Вот мы пообщались с тобой, я много интересного узнал и буду это уже сейчас применять. Вот то, что я узнал, поэтому прям спасибо тебе за это большое. Очень много всего интересного, полезного узнал. Надеюсь, вы тоже, зрители, слушатели, узнали. Спасибо тебе за твою мотивацию. Да, вот подпишитесь на канал Все Просток на Инстаграме в ТикТоке, ну, короче, везде во всех соцсетях есть. И реально просто вот не пишите комментарии плохие, просто посмотрите, понаблюдайте, и вот меня лично это вот реально мотивирует, и каждый день хочется заняться стоками, прям вот ну серьезно. Я в свое в свое, скажем так, дополнение хотелось бы сказать, что я я не против критики, я не то, что типа сейчас напишет мне вот что-то вот, я готов ее выслушать, но ну, просто когда речь идет переходит, точнее, на оскорбления и на какие-то вещи не связанные с профессией или связано просто с моей жизнью, потому что я такой человек, я так делаю, то, конечно, это, это не обижает, это, мне кажется, просто странно, и тратить на это время ни мне не хочется, ни ваше время тоже на это тратить. Что касается мотивации, вот если я кого-то мотивирую, вот если я тебя мотивирую, меня мотивирует, когда у людей, которые на меня подписаны, тоже получается. Неважно, стоки, не стоки, просто что они э, посмотрели меня, э, сказали, что мотивирует, и что-то сделали в свою очередь. Тоже. И я такой, да вот тогда жизнь прожит, день прожит, не зря, что я э, помог кому-то что-то сделать. Поэтому если вам нужно просто мотивация, типа, ну, я, я замотивированно лежу на диване, то нет. А если что-то делать, предпринимать, то это вообще кайф. И если вы этим делитесь, я прям тоже заряжаюсь. — Почему я тебе об этом говорю? Потому что когда мне пишут в Инстаграме, там где-то еще говорят, типа, блин, я посмотрел там твое видео, там или какой-то урок на Ютубе и типа, спасибо, мне помогло. Я такой думаю, блин, но все-таки я вот хотя бы вот там даже один Человек написал, я прям получает от этого кайф, что я кому-то помог, поделился чем-то и ему стало проще, удобнее, там легче. Он, кто как решил какую-то свою проблему, поэтому я вот тебе об этом сказал, чтобы тебе тоже чуть-чуть стало. А вот смотри, тоже забавный момент. Я не знаю, помог ли ты мне решить какую-то проблему, когда я посмотрел твои видео по настройке, по моему стабилизатора. Но меня опять же замотивировало тоже. То есть меня очень сильно цепляет, когда вижу, что человек есть люди, которые надо сделать блог, uh -huh. а есть люди, которые делают блок пофиг. Хорошо, плохо, получается, неважно, я вижу, что они что-то сделали. И сделали еще раз. И еще раз, я вижу, что человек все заряжен. А, вот, вот это вообще супер. Вот это я считаю, что у этих людей все, все обязательно получится. Там сразу налетают люди, которые ты говоришь, у тебя ничего не получится, да, да, да. но ну, на них не обращаю внимания. Просто делают. И мое окружение, в принципе, как правило, состоит из людей, которые. Если я вижу, что человек даже не из моей профессии, просто что-то стал делать, я такой: все, у него все получится. Раз он начал, вопреки, с нуля особенно когда или что-то не из его деятельности, профессии, значит у него точно все будет в порядке. Вот ну так. супер, мне кажется классно мы поговорили. Спасибо тебе еще раз. Всем всем хорошего всего. Не всем хорошего всего, да. Главное верите в себя и все обязательно получится. С вами был Александр Багно, Леонид Смит. Багно, да, правильно. А это подкаст да, а, пока без названия. Ну пусть будет такое название. Всем пока. Пока, спасибо, до встречи.